А вы слышали, что Украина пошла не той дорогой, в Евросоюз хотя? К Путину поближе едут, так что никуда они в Европу не пойдут. Чтобы они вступили в таможенный союз, нежели занимались всеми этими делами с Евросоюзом. Ну чем лучше с Россией? Вот какие выгоды будут у украинцев? Зачем выгода? Зачем выгода? Украина всегда кормила Россию, когда была в России. Это вам выгодно? Почему это?